Цель номер один достигнута. Очистить травматологию от просроченных медицинских материалов. Я считаю, Олесе надо вручить орден героини России. Все пришли. Олесе поздравлять. Толпа. Она работает ровно. А, кстати, кто хочет закорючку поставить? Нет, так еще может кто-то подойдет. Еще так. Ну, если подойдет, позвонит. Давай я вот так. Ручка есть? Ручки нет. Где хочешь? Что хочешь? Хочешь сзади, хочешь спереди? Какая нравится? Я же положил. Нет, ну кто-то пусть первый. Я первый там. Так вот же, жил, расписался. Вот. Лучше на лицевой стороне, если в рамку поставить. Ну да. Просто пропись. Как хочешь. Как ты хочешь, как ты себя именуешь. Принцип самоопределения, знаешь? Да. И я тебя жду возле приемно-диагностического отделения. Где тут лифт, где эти скорые подъезжают, тут внизу, на первом. Что, ладно? Какой хочешь, такой пиши. Что, все расписались? Да. Кто цветы вручит? Мальчики иногда вручали. Илья мне будет вручать. Света пишет, не могу выехать. Перекрыли машину. Нет сигнализации. Мы с вами. Я ожидал, что человек 5 будет. Шло 10. Я маму притащила, Зулю притащила. Ты что, масса разумная? Ну, большой толпой тоже не надо. Я и говорил, что будет сюрприз. А ты один придешь? А что за сюрприз? Да что? Ты его знаешь. Здравствуйте, доброе дело. Здравствуйте. Здравствуйте. Вроде бы поэтому. Держи, это тебе подарок. Благодарность народ и жители города Сургут за упорство, стойкость и настойчивость. В защите общественных интересов торжественно награждает Олесю Ленинину Губанову звездой почета и чести. И наши... Спасибо большое. Поздравляем! Я предлагаю открыть и звезду. Давайте там. Да. Нет, давай здесь. Где ты тут? Там. Где там? Ну что, давай здесь, Олеся. Ну, держи, Олеся, ты что? Накрепи. Олеся, подожди. Ты не хочешь? Подожди. Я в шоке. Не, подожди. Мы тоже в шоке. Давай нацепим. Давай. Как, давай, раздевайся. Раздевайся там, я хотя бы поставлю сумку. Ну, давайте, раз она выходит. Пошли. Это сумочка. Нет, ну вот. Осторожно. Знаешь, вот такая вот звездочка. Крепится. Одна шутка. Ну, крепи куда хочешь.
Ну так это ты купишь. Давай я крикну. Ничего себе, людей. Нет. Ой, какая ты молодец. Так, еще не достигнуто ничего. Ты ничего, что, ничего. Уже есть результат, уже есть. Да. Отлично. Вот. Ну, вообще, у меня нет слов. Да ладно, мы же это готовились. О, спасибо. Нормальная звезда. Молодец, спасибо. Неприятно. Подожди, сейчас я как-то сделаю. Длинный автор. Ну, говори, когда все готовишь. Комнат, давайте. Давайте все вместе. Давайте. 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 Давай. 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 Мы просто заметили, что у тебя на той розовой косточке подлетает. Мы надеюсь, сейчас ее обратно пошлю. Умеете вы сюрпризы делать? Да, такие мы. Я тебя предупреждал. Спасибо. Вы как добираетесь? Доберемся, не надо. Приезжай домой, обрадуй мужа. Спасибо большое. Пока. Мне очень плохо. Давай, спасибо. 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 Давай, спас